В зале представители общественных, ветеранских и волонтерских организаций, студенты, школьники и просто неравнодушные жители города. И у каждого из собравшихся российский триколор вызывает свои ассоциации. Для всех русских людей, которые патриоты нашей Родины, это великий праздник, потому что День российского флага – это знаменование того, что знаменование победы, знаменование того, что Россия всегда величественная страна, которая будет процветать. Я, как пограничник, прекрасно понимаю, что для нашей Родины, для нашей России означает данный символ. Для меня флаг – это белый мир, синий – вера, красный – сила. Поэтому слава России! Клинцы – город приграничный, и здесь не нужно никому лишний раз объяснять, насколько важны для нас всех сейчас единство и преданность своей родине. И уважение к своему флагу – это то самое связующее звено между нашим прошлым, настоящим и будущим. Это то, что объединяет нас и делает сильнее. Вместе со страной флаг прошел долгий, героический и нелегкий путь. Он стал свидетелем славы и побед многих поколений россиян. Под флагом России сегодня наши бойцы участвуют в специальной военной операции на территории Украины и водружают российский триколор на освобожденных от нацистов территориях. Дмитрий Кузнецов, Андрей Шевченко, Евгений Цветков, Григорий Дупанов. Клинцы.